посмотрите на карту СССР 1942-1943 годов. Красная армия выстояла под Сталинградом и перешла в наступление. Шутки закончились. Армии Сталина шли вперед, угрожая захватить всю Европу. Англия и Штаты крепко думали, где и как остановить советское войско. Сталин не приехал на встречу в Касабланке в январе 1943 года, потом он пропустил встречу с союзниками в Каире в ноябре. И вот наступил Тегеран. Красивый фильм о войне. Замечательные актеры, режиссура, песня в исполнении Шарля Азнавура. Все как в мирные времена. Франция, Швейцария, Иран. Где-то гремит война, но ее исход решают лидеры трех стран, которые тайно решили собраться в Тегеране. А в это время злые убийцы, тоже тайно, готовят покушение на них. И все у всех идет по плану, который мужественно разрушает советский разведчик.